Вопросы дорожной инфраструктуры и благоустройства стали наиболее обсуждаемыми на совещании, которое провел глава округа Андрей Булгаков в формате выездной администрации. Прием жителей состоялся в Щелкове. Одним из первых обсудили вопрос пешеходного перехода на улице Жуковского. Жители обратились с просьбой его устройства около гаражно-строительного кооператива «Чкаловский», потому как, чтобы попасть сюда, собственники вынуждены идти вдоль проезжей части. Так, до конца сентября пешеходный переход на улице Жуковского, а также искусственные дорожные неровности будут установлены. Необходимо решить проблему и на Луговом переулке. С просьбой демонтировать старую постройку обратились жители. Прохожие оставляют в этом месте мешки с мусором. Андрей Булгаков поручил решить проблему. Уже в начале месяца вопрос должен быть закрыт. Тема благоустройства – одна из самых актуальных. Аллея, которая берет начало на пересечении улицы Талсинская и Пролетарского проспекта, и далее проходит вдоль него точка притяжения. Андрей Булгаков вместе с жителями и сотрудниками администрации округа осмотрел аллею. По просьбе жителей планируется включить благоустройство этой территории в план на следующий год, уложить новую плитку, обустроить прогулочную зону и велосипедную дорожку, заменить фонари уличного освещения, установить новые скамейки, а два стареньких фонтана отремонтировать или заменить их на один более современный и большой. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.